третья премия на конкурсе Гирлянды и приз публики. Это, наверное, наивысшее достижение на сей день. И в то же время это очень важно, потому что это, ну, первый серьезный успех, который ко мне пришел. Это огромная нагрузка, пожалуй, это самый сложный конкурс в этом смысле, потому что в мире нет больше конкурсов, где нужно было бы столько держать и столько вообще иметь такую возможность, столько представить музыки. В моем случае это было свыше 6 часов. Ich halte Sergej Tanin für einen sehr begabten Pianisten und vor allem für jemanden, der sich mit der Musik intensiv auseinandersetzt. Die Werke, die ich von ihm gehört habe, oder die Interpretationen, die ich von ihm gehört habe, die waren solche, die zeigen, dass er die Musik durchdringen möchte. Dieser Wettbewerb setzt sich zum Ziel, Musiker zu finden, die etwas zu sagen haben am Instrument Klavier. Es geht also nicht in erster Linie um Pianisten, die also jetzt virtuos sind, sondern die Philosophie ist die, dass man sich am Klavier ausdrücken kann, dass man etwas erzählen kann, dass man auch natürlich jetzt bekannten Werken des Kanons immer wieder etwas Neues abgewinnen kann, was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat. Музыка, ну, это, в принципе, все для нас, потому что мы этим занимаемся каждый день, и это вот идет с нами с детства и, наверное, до последних дней сопровождает музыка. Но я бы сказал, что это, наверное, такое состояние души, наверное, потому что так как это сопровождает тебя с самого детства, она ведь тоже меняется, как и ты сам. И поэтому вот это то, что да, то, что внутри тебя живет, то есть это такая неотъемлемая часть. Как бы это ни звучало очень высокопарно, но это вот такая часть тела, часть души скорее. Hello. I was speaking with my sister. With your sister? I was phoning, yeah. Uh-huh. Where is she now? In Siberia, yes. And you haven't seen her for a long time, or? Yeah, I think for 2 years already. 2 years? Yeah. So, that's the Swiss Rösti. Ну, вообще, я считаю, что это огромная... Огромная заслуга вообще этого конкурса в том, что они помещают участников в семьи. Потому что я много принимал участие в разных конкурсах, и когда ты живешь в отеле, особенно когда ты сам ищешь его, и иногда бывают условия не очень хорошие, ты чувствуешь все-таки себя чужим в чужой стране, и для тебя это огромный стресс. Но здесь мы настолько были с самого начала окружены заботой, вообще полным, то есть эти семьи полностью погружались в наши проблемы, в то, что по максимуму старались нам помочь. Для меня это вообще большое счастье, потому что я теперь обрел, можно сказать, швейцарских родителей. Ich habe mich auch
ertappt, dass ich zum Teil früher nach Hause gekommen bin, dass ich kann da hören, wie es unten durch, wie das Tönen tut. Und ich bin natürlich auch ein bisschen egoistisch. Also ich habe das sehr, sehr genossen. Und auch wie man schaffen tut an gewissen Passagen. Und ja, das hat mich persönlich sehr fasziniert oder tut mich fasziniert. Es ist eine Form von wirklich älteren Sohnbeziehung. Natürlich eine spezielle Form, aber schon auch, ich meine, die sind extremen Belastungen ausgesetzt und dann einfach da sein. Es geht ja nicht nur um Bett und Flügel zur Verfügung stehen, sondern einfach Raum geben für Gespräche. Immer wieder mal einfach Zeit haben, dass etwas entstehen kann. Завтра поеду примерно в это время уже туда. И я играю в 5. Ты все равно уже ничем ей не поможешь, так что можешь быть спокоен. Я хотел бы учиться в Базеле, потому что там преподает профессор Мартинес, у которого я уже был несколько раз, и мне очень нравится его стиль преподавания и те вообще вещи, о которых он мне говорит. Мой педагог, с которым я занимаюсь сейчас, я с ней уже занимаюсь 8 лет, конечно, многие вещи я уже могу примерно представить, что она мне скажет, и, соответственно, я достаточно хорошо изучил ее стиль преподавания, ее взгляд на музыку. Это требует какой-то смены взгляда. Я должен сдать этот экзамен, чтобы поступить в академию и чтобы учиться у него в следующие 2 года. Sergej bringt von Hause aus ein sehr solides Instrumentalkönnen mit. Und das ist eine sehr gute Basis. Und was sehr interessant an Sergej ist, dass ihm das nicht reicht. Also es reicht ihm nicht, ein guter Pianist zu sein. Er möchte auch ein guter Musiker werden und ein guter Künstler. Hallo, Sergej, Fernin. Die Russinnen und Russen sind eigentlich, so wie ich es erlebe, immer oder fast immer technisch sehr gut vorbereitet. Das ist die, was wir noch russische Schule nennen. Sie haben eine gute Grundausbildung. Die Jury achtet einerseits natürlich auf die Leistung, der Stand, wie weit ist er, wie gut spielt er Klavier, ganz pauschal gesagt, wie gut, technisch, was kann auch musikalisch etwas aussagen. Interessiert er uns als Musiker. Aber selbstverständlich versucht man auch zu erkennen, was ist für ein Potenzial da, wie könnte seine Entwicklung in den nächsten 2 oder 4 Jahren, wie lange er dann auch immer bei uns studieren würde, wo könnte ich das anführen? Я думал, что я буду играть больше, но было без Баха, к сожалению. Я очень хотел сыграть Баха. Result, and I received the letter from Academy, and I successfully passed the exam, and I will be student since this September. It was very, very official letter, without any comments, and just with some information concerning accommodations, visa, and
things like this. Yes. Okay, and but the main thing is clear. You will be a student of Martinez Manor. Yes. В Сибири, в Якутии я получил первые и самые важные навыки. И это такой своеобразный фундамент того, что есть сейчас, потому что все закладывалось именно дома, в Якутии. И мне кажется, я всегда буду чувствовать какую-то потребность сюда вернуться. И всегда буду чувствовать это как родное место. Наша семья почти вся живет в Якутии. Якутия — это традиционно богатый регион по российским меркам. Ну, там есть абсолютно все, и там всегда есть работа. Все члены моей семьи в Нерюнгри работали в угольной промышленности. Мой отец работал механиком, а моя мама работала поваром в столовой. В очень сложных условиях, но в то же время там примерно несколько раз, наверное, выше зарплаты, чем в центральной России. Снег, мороз. У нас вообще вот в том году, в это время, был ветер, и было 45 градусов. При такой температуре никогда ветра не было. А здесь меняется климат вообще. А зачем вы приехали? Меня пригласили на концерт в Якутской филармонии. Заодно я решил заехать в Нерюнгри, потому что я не был здесь уже 5 лет. Вот. Нерюнгри с самого первого дня, как этот город был основан, это всегда борьба за вообще просто за жизнь, потому что ты не сможешь находиться на улице больше, чем там несколько часов, иначе ты просто умрешь. Я думаю, что... Я имею в виду зимой, когда холодно. Я думаю, что вот эта вот борьба за жизнь, борьба за вот именно человеческое, да, я думаю, что это, безусловно, влияет на характер человека, который здесь живет. И поэтому северные люди, может быть, немного более суровые, чем те, которые живут на юге, потому что просто такая жизнь здесь. Но в то же время это очень сильно закаляет, и действительно дисциплина и вот этот вот порядок этот, я думаю, что действительно связано с тем, где ты живешь, где ты родился. Я считаю, что мне это всегда помогало и помогает сейчас в том числе. Я начал заниматься музыкой, когда мы жили еще здесь. И когда я был совсем маленьким, у меня было такое небольшое игрушечное пианино. И вообще нет, здесь очень много музыкальных воспоминаний, потому что мы очень много слушали музыки с родителями. Ну, это была не классическая музыка, но это была всякая разная музыка. И это была в том числе народная музыка. И вообще как-то у нас всегда в доме какая-то музыка играла. Я не был вундеркиндом, потому что я уже в 6-8 лет не выходил на сцену Большого зала консерватории с оркестром. Я тоже играл на улице. Мне было абсолютно лень заниматься где-то лет до, ну, почти до 9. Я настолько это как-то... Мне очень нравилось играть, мне нравилось как-то вообще слушать музыку, но сидеть здесь за инструментом нет. Когда я был в детском саду, к нам приходила группа педагогов, которые отбирали детей для обучения в музыкальной школе в Нерюнгри. И среди них была моя первая учительница. Она, видимо, заметила во мне что-то особенное и предложила моим родителям отдать меня в музыкальную школу. Thank you.
Ну, так как вообще мы достаточно редко собираемся вместе, потому что я здесь очень давно уже не был, это для меня, естественно, действительно настоящий праздник, потому что когда ты так долго не видишь своих близких, каждая минута становится в 5 раз более ценной. Привет. Это мой зайка, привет. Ой, сколько. Привет. Сколько лет, 107 тебя не видели. Привет, привет. Как дела? О. Привет. А сейчас вот весь красный. Сплошные объятия. Обнимашки, обнимашки. Обнимашки, обнимашки. Хорошо. Дорогой мой сынок, Мурзиста приехал. Не забывай меня. Только тебя? Тут еще много кто есть. Не забывай нас, оно хотел сказать. Молодец, ты идешь хорошим путем. Молодец. Я рад за тебя. Просто, у меня гордость сильная. Я даже вот по трансляциям смотрю, бывало где-то. Рада. Я рада. Рада, что ты приехал. У тебя все хорошо с тобой. Самое главное здоровье и терпение. Все остальное будет. Главное, не унывать, идти вперед. Спотыкаешься, падаешь и вперед поднимаешься. Все хорошо. Да. То, почему я скучаю, помимо близких, конечно, это вот та самая природа и чистый воздух. Вообще, в целом, природа, она очень важна для... Она всегда была, это занимала центральное место у композиторов, потому что очень многие, как композиторы, так и исполнители, они находили вдохновение на природе. И творчество некоторых композиторов просто насквозь пронизано этой темой. Темой Родины, темой природы. А что касается меня лично, то это, безусловно, всегда очень влияет, потому что те образы, которые, те картины, которые ты можешь вспомнить из детства, из уже какого-то более взрослого, ты всегда можешь их вспомнить и как-то транслировать, соотносить с музыкой.
я понимал, что для того, чтобы действительно заниматься, нужно поехать в эту школу. И это было очень непросто. То есть, если говорить на уровне ощущений и чувств, то, конечно, мне этого не очень-то хотелось. Но вообще, вот само по себе желание заниматься этим дальше, как-то оно возобладало над тем страхом, который может испытывать там 9-летний ребенок. Они не могли совладать с моим напором, потому что мне очень хотелось, и мне было абсолютно все равно, что они будут говорить. Привет, дети! У нас сегодня в гостях Сергей Танин, бывший наш ученик. Он закончил нашу школу. А вам сколько лет? Мне 24. Кто-нибудь был из ваших родственников музыкантом? Нет, никто не был. И это хорошо, потому что никто не мог меня контролировать. Да? Во сколько лет у вас был большой концерт? Свой первый сольный концерт, я думаю, что я сыграл еще в Нерюнгре. Это, конечно, был не очень большой концерт, но он составил то есть играл только я. Я думаю, что мне было где-то, наверное, лет 8. Но такой большой серьезный концерт первый состоялся, наверное, где-то лет в 12 только. У нас были очень дорогие всегда билеты на самолет. Соответственно, я ездил только 2 раза в год на машине. Зимой ты переезжаешь через замерзшую реку, что достаточно было поначалу страшно, а летом на специальном пароме, который переправляет машину на другой берег. Потому что это одна из самых полноводных и широких рек мира, вторая после Амазонки. Поэтому это очень действительно непросто было добираться домой. По-настоящему я начал заниматься только уже, когда переехал в Якутск, потому что я понял, что я играю не так хорошо, что есть гораздо больше, то есть есть много людей, которые играют лучше, чем я, и тогда я резко начал заниматься каждый день по 6 часов, и это было какое-то сумасшествие, потому что меня никто не заставлял, но мне казалось, что если я вот сейчас это буду делать, то тогда я смогу быть пианистом. Потому что, конечно, мне этого хотелось, но с другой стороны, я чем-то был занят, и это отвлекало меня от мысли о том, что я не дома, о том, что рядом на 800 километров нет родственников. Когда ты живешь отдельно от семьи, когда ты так далеко, то это тебя очень сильно закаляет. И плюс к этому еще и эти годы здесь, я думаю, что мне это очень сильно помогло. И это как раз-таки воспитало какую-то определенную внутреннюю такую твердость, силу, уверенность в том, что ты хочешь это делать, заниматься музыкой. Да. Но то, что в 24 года он имеет такой колоссальный опыт в состязаниях международных, выиграл такой великолепный конкурс у вас, и то, что он огромное количество произведений, у него большой репертуар, это не у всех молодых исполнителей есть. Вот. Это, в этом я чувствую еще огромный потенциал. Он еще может развиваться и до бесконечности. Ну, наше искусство – это такова наша планета. Мы должны все время идти вверх, ближе к Богу. Thank you.
это очень трудно, на самом деле, сейчас иметь какие-то концерты, потому что это либо какие-то приглашения, да, либо ты сам себе устраиваешь. Вот. Это часть приза, это организация концертов на протяжении следующих 3 лет до следующего конкурса. Когда ты играешь много, когда ты играешь концерты, ты начинаешь чувствовать себя совсем иначе. Все-таки ты уже чувствуешь себя не как студент, не как там, человек, который готовится бесконечно к чему-то, ты чувствуешь себя как артист и развиваешься как артист. Я помню, один очень известный профессор консерватории говорил о том, что если тебя не пригласили еще раз, значит, концерт прошел плохо. Я стараюсь, да, по максимуму узнать фактов их истории. Конечно, в общих чертах мы все знаем, потому что у нас есть история музыки в консерватории и так далее. Но когда ты начинаешь глубже исследовать вообще их жизни, ты начинаешь понимать огромное количество вещей, почему они так писали, почему эта музыка, допустим, настолько трагическая или, наоборот, настолько светлая. И это очень здорово помогает. Ты должен сделать так, чтобы публика поняла то содержимое, которое есть в этой музыке. И, естественно, ты сам в этот момент чувствуешь огромную миссию и просто счастье. You understand German? Just a bit. Yeah. And better English? Yeah, I think it's better. My congratulations. It Thank was you. Really a wonderful evening. And I hope I can invite you to Bern. I organize concerts in the Yehudi Menuhin Forum in Bern. And if you are interested, I give you my card. So we have to discuss about dates for next year. Good. So it will be a pleasure to have you again here in Erna next year. Thank you very Good. Much. Good. Yeah. Wonderful. Eine Sternstunde, wirklich. Also das in jeder Hinsicht, ja, vom Programm her und sowieso, das war ein unglaublich intelligentes Programm und vom Spiel her, was Schöneres kann man sich nicht wünschen, muss ich sagen. Also wirklich eine wirklich reife Leistung, meisterlich. Zum Wohl. Ja,
Es ist ja heute so, dass quantitativ sich unglaublich verändert hat. Wir wissen ja, dass tatsächlich ja Millionen von Kindern in China Klavier lernen. Und das ist eine Frage der Statistik, wie viele Talente dann daraus erwachsen. Also eine Solokarriere bedeutet eine große Disziplin, auch eine große Fähigkeit zur Entsagung. Man muss psychisches Sitzfleisch wahrscheinlich noch mehr haben als jetzt physisches, was ja mit einer Konzertkarriere natürlich dann auch verbunden ist, dass man ja dann durch die ganze Welt im Prinzip tourt. Was dieser Beruf dann wirklich bedeutet, das ist etwas, was der Wettbewerb auch als Bewusstsein mitgeben möchte. Безусловно, это действительно постоянно переезды и отсутствие какой-то стабильности, как у многих людей. Безусловно, это, наверное, не очень хорошо. Но то количество вообще внимания, какой-то заботы о себе, как в Швейцарии, того вот именно понимания того, что ты делаешь, я как-то до этого никогда не встречал, и поэтому это перекрывает абсолютно все. Конечно, сомнения есть у любого музыканта, у любого артиста. Это сомнения не фундаментальные. Они достаточно такие вот касательно сегодняшней игры или чего-то еще. Но так, наверное, сомнений быть не может. Это, ну, не просто как педагог да, в университете, в консерватории. Это что-то большее, и она очень много мне дала, конечно. Я не могу даже описать, насколько много. То есть, если я буду сейчас просто перечислять, это, наверное, будет очень долго. Но сказать, что я ее безмерно люблю, уважаю и считаю, что это большая удача в моей жизни, ну, наверное, все равно, что ничего не сказать. Спасибо. Мы остановимся. Я думаю, может быть, нам сегодня прикрыть крышечку. Уже, может быть, немножечко хватит нам этого звука. Спасибо. А, Сережа, это все неплохо. Значит, есть какие-то старые пожелания в первую очередь. Это касается твоего внутреннего состояния, когда ты играешь фразу. Может быть, действительно это плохо связывается. Но ты внутренне должен это вести. У тебя все время вот есть вот этот момент обрыва. Единственное легато, которое получилось, оно получилось вот здесь, фа-ми. Все остальное игралось по отдельности. Это меня, конечно, не радует. Я, честно говоря, стала сразу ставить перед ним задачи, может быть, немножечко выше того, что он мог сделать. Ну, я скажу сразу, он любимый мой ученик. На сегодняшний день это человек, который воплотил очень многие идеи творческие, музыкальные. И более того, и карьерные тоже, потому что не так много в моем классе лауреатов. Что-то такое происходит. Чуть-чуть легче. Третью ноточку. Чуть-чуть легче, да? Немножечко как-то облегчи ее. Ты мне все-таки скажи, какая она?
Не смешной вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, конечно, это не героически. А можно на каких-то наоборот? Вот, понимаешь, я не понимаю, о чем ты играешь. Ты сидишь с таким умильным лицом, а как-то, в общем, вот умильности в этой музыке нет вообще. Он играл очень крупные полотна. Он был еще маленьким мальчиком, 15-16 лет. Он выучил сразу большую доминорную сонату Шуберта, бемольную сонату Шопена. Все это вот в смысле текста, в смысле правильности, в смысле аккуратности, все это было вот им воплощено. Но меня все время мучили. Те, кто слушали его, говорят, все хорошо, вот все правильно, но скучно. Скучно. И у меня вообще было такое ощущение, что где-то внутри у него от этого его якутская и нерюнгри, там остался какой-то холодок. Вот знаете, как будто человека заморозили, и он никак не может оттаять. И у меня это ощущение было довольно долго, хотя я поражалась его работоспособности. Я очень хотел выступать на сцене, и я очень хотел поступить в эту школу, потому что ЦМШ всегда было таким заводом по производству лауреатов конкурсов, по производству больших концертных исполнителей. Об ее престиже я знал с самого детства, и поэтому после Якутска я очень хотел поступить туда. Так как я, в принципе, учился только здесь и в своей предыдущей школе, я не могу говорить о других. Но те примеры, которые я знаю, это действительно школы, в которые вкладывали огромные деньги. Все эти годы обучение было бесплатным для меня. В принципе, я думаю, что для самых лучших школ, конечно, находят деньги. Талантливые и первоклассные музыканты всегда приносили России славу и престиж, как раньше, так и в настоящее время. Ну, вообще, то, что мне нравится в своей стране. Но мне нравится все то, что, наверное, было всегда у нас. Добрые люди, отзывчивые. Культура наша, наследие, литература, живопись, музыка, естественно. Какие-то общие вещи. Это все то, что мне нравится, как раз-таки это связано с более продолжительной эпохой. Ну, в целом, меня очень сильно раздражает то, что люди не могут себе многое позволить, не только в финансовом плане. Мне не нравится то, что люди мыслят категориями, лишь бы не было хуже, а никто не думает о том, чтобы как-то было лучше. Но в целом, наверное, да, наверное, я патриот своей страны. Вот. Но я думаю, что музыканты — люди особенные. Как-то мы везде, а тем более меня из Якутии. И мне всегда хотелось поучиться, выучить язык, посмотреть на другой уклад жизни. Мне кажется, для музыкантов это очень важно. А вообще я хотела эти 5 лет побыть с сыном, потому что все-таки он все время в интернате учился. Я его с 10 лет практически только на каникулах видела.
И поэтому я решила свой долг материнский отдать рядом с ним в эти дни. И когда я приехала, он сказал: «Мам, это очень хорошо, что ты так решила». Он родился такой любопытный, весь такой заумный, выучил сам буквы. Подходил, спрашивал: «Это какая буква?» Это и уже в 2,5 года он всего Чуковского уже знал. Все стихи, память хорошая у него была. И я никогда не думала. Я так и думала, что что-то с него получится хорошее. Я никогда его не заставляла, никогда не говорила, что ты должен туда. И никогда. Он все делал сам почему-то. Немножко волнуюсь за Сергея, желаю ему успешно закончить, чтобы у него отлично все прошло. И будем ждать победы. Но все хорошо прошло, как-то всем поставили пятерки. Мне кажется, я еще не понял, что это конец. Но когда я играл, особенно вот «Санатулист», я как-то думал о том, что вот это конец, и там в самом конце последняя нота «Си» в контр-октаве. И вот когда я ее нажал, тогда я понял, что это последнее, что в этом зале во время, будучи студентом. Ух ты! С окончанием последнего экзамена. Все трудности позади уже. Ну, такие. Да нет, мне кажется, так только начинается. Конечно, жалко, потому что мы много играем вместе, и мне не хотелось бы, чтобы это сотрудничество оно заканчивалось. Мне будет очень не хватать и все такое. Но я надеюсь, что наши пути все равно будут идти в одну сторону, и никто не мешает нам играть вместе по-прежнему, правда? Да, абсолютно. Привет. Здравствуйте. Меня видно, слышно?
sammeln wirst. Da. Я в Базеле нахожусь уже полгода, и за это время, конечно, все мои ожидания абсолютно оправдались по поводу занятий с профессором Мартинесом, и сейчас уже мне стало наиболее понятно, в каком ключе мне нужно развиваться, в каком направлении двигаться. Главное отличие от моих предыдущих занятий в Московской консерватории, от моих предыдущих профессоров здесь, в Базеле, состоит в том, что сейчас мне дано больше свободы, внутренний поиск даже, я бы сказал, того, что ты, то, что ты хочешь транслировать через, да, через свои умения. В этой непростой, в этой трудные довольно-таки ситуации, мне очень здорово помогает мой опыт жизни в таких местах, как холодная Якутия и, да, в целом Сибирь. Поэтому сейчас мне гораздо легче переносить такие сложные жизненные ситуации. Конечно, тот факт, что все концерты были отменены в течение этой весны, и, возможно, они будут отменены и летом, конечно, это не может не расстраивать, потому что для нас, для артистов, это вообще самый главный такой адреналин жизненный. Конечно, в финансовом плане отсутствие концертов для любого музыканта значит отсутствие каких-либо денег. И мне очень повезло, что благодаря вот этой стипендии, а, конечно, благодаря ей я могу просто держаться на плаву, что называется. Right now, I'm on my way to Zurich, where I will play my first live stream concert on a professional level. And I'm in a train from Basel, where I live. Yeah, I'm very excited because, yes, I prepared a lot for this concert, and also it's my first ever vlog. Я очень счастливый человек, что я в таких условиях могу доносить также музыку до зрителя. Я в этом абсолютно уверен, что музыка помогает, музыка лечит, и особенно сейчас это как никогда актуально. Что будет даже завтра иногда, но я как-то чувствую, и, в общем, те люди, которые меня окружают, они мне всячески помогают и лишний раз убеждают меня в том, что, в общем, сольная карьера более чем возможна, поэтому я, ну, в хорошем понимании, в хорошем смысле абсолютно уверен вот в своих возможностях и силах, и я чувствую то, что я могу запросто это осуществить.